Они лечат болезни, конструируют двигатели и даже запускают ракеты в космос. Традиционно в преддверии Международного женского дня в Самаре чествовали лучших специалистов. Женщины-профессионалы в регионе занимают ключевые позиции во всех сферах, начиная от образования и заканчивая промышленностью. Во время торжества работники разных отраслей получили награды, благодарность губернатора Самарской области, почетные звания и знаки трудовой славы. Многие специалисты не первый десяток лет трудятся на предприятиях, в школах и больницах губернии. Губернатор Дмитрий Азаров особо отметил заслуги учителей и преподавателей, их огромный вклад в воспитание подрастающего поколения. Особые слова благодарности от главы региона прозвучали в адрес матерей и жен военнослужащих. Действительно, я сказал эти слова на встрече с президентом, когда передавал фотоальбом. Я сказал о том, что пусть наши все бойцы знают и враг знает, что за каждым нашим защитником Отечества стоит сильная, любящая российская женщина. А значит, мы не победим. Спасибо вам за это. Во время торжества «спасибо» много раз прозвучало и в адрес деятелей культуры. Как отметил глава региона, без них наша жизнь не играла бы яркими красками, и невозможно было практически ежедневно приобщаться к поэзии, живописи, театру и другим видам творчества. Я поздравляю всех наших милых творческих дам, которые трудятся в наших замечательных учреждениях культуры, которые работают в творческих общественных объединениях с этим замечательным праздником. Желаю им прежде всего здоровья, благополучия, творчества. Ну и, конечно, весны, расцветания, процветания нашей любимой Самарской области. В продолжении торжества собравшихся в зале ждал праздничный концерт. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.